Вот вчера мы пели прокурором в Кремле. Стыдно признаться. Полный зал прокуроров. А знаете, я когда вот в Челябинской филармонии еще выступал, все время выступаешь там где-то в больнице и думаешь, надо что-то про врачей. Вот в магазине про продавцов, как-то у шахтеров про шахтеров. И тут раз и вот прокуроры. Вспоминается только лесоповал. А зачем на суде прокурор? Лучше было бы два адвоката. Вот, но мне помог здесь Иосиф Давыдович Кобзон. Он когда-то давно с этой проблемой столкнулся, выступал перед прокурорами и тоже не знал, что спеть, и говорит, вспомнил старинную русскую песню «Посидим по-хорошему». Я эту песню не знаю, честно говоря, поэтому я уже не буду. А что я вспомнил? А, да, и мы с ними хором пели. Мне сказали, сначала хором споки. Они там сидят, вот все. Там начальство же. И они сидят, как прокуроры прям все. Хорошо, еще несколько женщин было, было на кого глаз опереть. Вот, а так вообще не знаю, как бы что. Так что вы не видите себя как прокурора. Во-первых, они вчера трезвые были. Там не выпить, не закусить, ничего, это потом они. Вот. Поэтому давайте мы сейчас жахнем это вот «Дожди пистолеты». Группа «Звери». Мне сказали, я говорю, а какая это у клуба, у этого специализация? Как-то мне сказали, что она смешанная какая-то. Не смешанная какая-то. Так? Ну, типа всякая как-то. Поэтому я даже, может, из рок-клуб. Как бы сейчас вот, что можно из рок. Я свободен. Отклика нет. Поддержки тоже. В общем, те, кто ходит на концерты, уже знают эту песню, которую мы сейчас будем петь хором. Музыка Юрия Левитина. Стихи Геннадия Шпаликова. Лучше сразу выпейте. С праздником вас, дорогие друзья! На меня надвигается по реке мимый лед. На реке навигация. На реке навигация. На реке ледоход. На реке ледоход. Пароход. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Еще раз назад, пароход. Пароход белый, беленький, черный дым над трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Пахнет палуба клевером. Пахнет палуба клевером. Хорошо, как в лесу. Хорошо, как в лесу. И бумажка приклеена у тебя на носу. И бумажка приклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, и... Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ты печаль мою, палуба, раскали от плеча вместе с официантами. Ах ты, палуба, палуба, танцуй. Ты меня раскачай. Ты печаль моя, палуба, раскали.
дешево. Я пел эту песню, ну, тоже уже весело все там. И когда я сказал, объявляется белый танец, и потом сказал, белые приглашают красных, я просто не заметил, что в это время уже Пугачева пригласила Зюганова. Вышла и пригласила его. И Ермольник просто упал под стол, он потом пытался, что я, это ты сразу сообразил? Я говорю, да я уже 25 лет вот пою так, а тут они вот раз проиллюстрировали это дело. Было очень здорово. Вот, ну что, конечно, надо спеть. Как здорово, что все мы здесь и мы собрались. Ой, ну рано, она же не последняя, я же не говорю, что надо спеть последнюю песню. Надо просто спеть. А? Крепитесь, люди, скоро жизнь замечательных людей. О, это вот сухим пальцем уже. Сколько вы знаете хороших песен, только я их не помню. 280 штук. Мы поможем. Любимую. Так, вот, хорошо, давайте тогда не будем петь. Как здорово, ну что, что хорошего. Уже смотрите, правая рука, ля минор уже. Как это не ля минор? А зачем ты убрал палец один? Так, конечно, не ля минор.